Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обратно немецкий сервер. Решил записать видосик, так как обновился сервак. Думал, будет остров добавлен, но пока его не остров, а шарик, но пока его нету, поэтому надо будет все равно усиленно копить самоцветы для того, чтобы, если вдруг... Сейчас я гляну, или у меня, кстати, здесь есть череп. Вроде был. Или нету? Ёпрость, у нас нету черепа. Это боль. Это будет реально боль. У нас нету черепа. Это у нас внизу. Блядь, нету черепа. Ну, это просто просак, ребята. Да. Нету черепа. Беда. Жизнь, боль, короче. Не, ну это, конечно, было бы эпично, если бы сейчас нам выпал череп. Но нам выпал Сноу. Поэтому можно, знаете, закатать обратно. Ну, единственное, если там поменяют плюхи вдруг. Но придется, значит, это делать на русском сервере. Там однозначно у нас есть череп. А здесь, к сожалению, его нет. К чему это? Посмотрите видос по поводу шарика и обмена героев. Там реально можно получить... Космище за паладина и за черепа. Эх, расстроился. Ладно, поехали. Покажу вам, что есть интересного нового. Заходите, кто играет на немке, не пропускайте обязательно. Четвертая карта. Может, отсюда космонавт выпадет. Не знаю, посмотрим. Так, зайдем сюда. Открылся здесь парящий остров. И реально остров. Четкий остров, четкий, почему, сейчас покажу. Он не такой, как на остальных серваках. И блин, почему на всех серваках стандартные острова, здесь сделали нормальный остров, новый, причем с новыми плюхами. В общем, поехали. Пиратика забираем. А пиратика у нас еще не обновился. Так, вот наш островок. О, кстати, пакеты надо глянуть. Пакеты не поменяли здесь. Клин, спектр. Блять, вообще бомбический, как по мне, скины. Четвертые карты. В общем, поехали в самое интересное. Так, самое интересное. Не туда залез. Смотрим внимательно. Чик. Ну, блядь, ну вот. Вот скажите мне, что здесь ненормальный сервак. Вот здесь, по-моему, самый эпический сервак, где падают реально расходники. Уже 6 я собрал. 6 божества собрал на бездонате. Вот скажите, сколько у вас на бездонате выпало осколков на вашем серваке? Вот сколько у вас? Ну, у меня уже 6. Да, здесь может и 20 выпасть, и 15. Смотрите, какие здесь плюхи. Ну, как по мне, это просто топовые плюхи на сегодня. Конечно, плохо то, что добавили Мэри один осколок, Барда один осколок, Зефира один осколок, Дуэлянта. Но, если посмотреть на другие плюхи, если вам выпадут сундуки, их 40 штук, а вам могут выпасть разнообразные плюхи. С одной стороны, это круто. С другой стороны, не понял, что это 3 сундука пятых. 40. А с другой стороны, здесь чем больше у нас будет плюх, тем меньше шанс получить героя. Но, как ни странно, вот 38 осколков у меня Зефира. 1, 17... 5, 15, 20. Как ни странно, здесь они падают очень довольно-таки часто. И я сколько сюда не захожу, все время выбиваю.
Не знаю, вот нравится мне этот сервак, пока у меня нет времени начинать здесь активно качать, я просто захожу, забираю плюхи, как видите, здесь и пыльцу дают 100. Плюс, пожалуйста, вуаля, еще дополнительно сумочку. Нету времени просто на прокачки. Кстати. Надо будет пойти в какую-то гильдию и начать здесь фармить. Просто бомбические плюхи, ребят. Добавили, надо добавлять друзей. И реально вместе фармить, потому что плюхи там крутые. Такс, но это, ребята, не все. Сейчас я вам еще дополнительно покажу карточку. Есть пятая карта, добавлена здесь. У нас на нашем серваке, к сожалению, нету. Здесь есть. Вот пятая карта. Вот что с нее падает. Оккультист, фобушка, мастер рун, леди, ну остальное такое, ну свален, не знаю, ну вот мне кажется, что все-таки, я не знаю, сейчас найдем четвертую карту на рынке или нет. Нету четвертой карты. Сейчас я попробую. Ну пятая карта, блин, конечно, она сейчас донатная, было бы круто, если бы реально она была бездонатной и давали ее там в каких-то... Я думаю, ее будут попозже давать в ивентах, но она не настолько прям мегаэпическая, чтобы за нее бабло просить. Но здесь последние, именно последние герои в этой пятой карте. Так что вот так вот. Сейчас попробую найти четвертую, покажу, насколько четвертая разница. Тут, к сожалению, нету у нас возможности. Так, здесь плюхи мы забрали, отлично, идем на английский сервер. Попробую здесь найти, либо сейчас попрыгаю по сервакам, покажу четвертую карту, чтобы сразу видели разницу. Топовая, топовая. Третья. Так, нету. Сейчас русский чекну. Полным ходом продают донатные карты. Ла-ла-ла-ла-ла. Давайте Тайвань. Посмотрим. Не могу найти карту четвертую. Что будет в этом, чтобы разницу увидеть. Такс. Такс, 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 такс. Да блин, что такое? Попробуем сейчас найти где-то ее. Ну, мне кажется, что четвертая карта будет по имбовей. Блин, тут надо обновление оставить. Сейчас еще раз на немку зайду, может где-то в акциях есть. Ну, в любом случае, там падает Космо, там, по-моему, если я не ошибаюсь, падает Землеройка. То есть там герои на порядок выше. Ну, тут недостающий новый герой. Блин, тут так нельзя посмотреть в пакете на карту, чтобы разницу показать. Какие-то акции. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Trains keep my cool.
Может, здесь есть. Ну, в Грабере я не знаю. Может, тоже есть. Сейчас посмотрим четвертое. К сожалению, нету. Блин, не могу никак, никак все время хочу найти и не могу показать эту карту. Ну, в общем, пятая карта вот такая вот, ребят. Не знаю, напишите в комментах по поводу четвертой, или я потом поищу, что в четвертой карте. Ну, здесь оккультист Фоба, я считаю, это реально плюс новый герой, остальное, честно, такое себе. Ну, там, конечно же, Космо, насколько я помню, Землеройка и еще другие герои, поэтому четвертая, мне кажется, поэпичнее будет. Ну, и эта карта тоже крутая, но это донатная, как и та, на четверку скоро дадут. Через месяц на этом сервере, поэтому попробуем ее забрать. Все, пишите комменты, что вы думаете по поводу карты и по поводу нового острова. Всем удачи, всем пока.